Друзья, привет! Сегодня очередной выходной день. У нас очередной выезд. Есть сегодня интересные автомобили. Цель, там, где мы Патриот засаживали, не могли по снегу проехать. Сегодня у нас плюсовая температура опять. У нас то минус 30, то плюс 10. Ну, я шучу, конечно, примерно так. Вот. И хотим набить трассу. То есть там с горочек, в горочке подняться. Потом, когда снег подтает, будет грязь, будет уже набита трасса, и мы по ней будем ездить. Погнали! Итак, смотрите, я на двух блокировках проехал. Блокировался на первой пониженной, даже он кругаля дал. Женек тоже проехал. Ну и я, смотрите, как смело заехал. Посмотрим, как. Нева не едет. Ну как не едет? Вон стоит. Так, смысл, что здесь небольшая ямка и идет подъем. Такой набитый, да? Снег набитый, мокрый, и подъем у нас с ямы. А вот в этой яме мы как раз Патриот у нас и сидел, когда мы ночью катались. Ну посмотрим, как у нас все пройдет, и поедем дальше. Это вот наш самый Сюзанна автомобиль. У него и клиренс. Ему, конечно, самая тема здесь ездить и пробивать. В основном у нас Нивы все стоки. Не получается УАЗу выдернуть белую Ниву у нас. Вот я хожу, проваливаюсь. Опа, пошло. Главное у него, смотрите, от BMW стоят. Все, нормально. Поехали дальше. Рывок. Вот в этом самом месте получается, что автомобили тонут и не едут. Че у вас? Тоже не едете? Да, он нам подскочил тоже здесь же. Хоп, надо лучше правее здесь брать. Но снег жесткий, плотный, машина. Здесь еще подъем как раз получается. Да. Он подскочил. Хоп. Ладно. Давай. Не получается. Всего лишь небольшая низинка. Смотрите, чуть-чуть небольшая низинка. Посмотрим. Нет. Да, давай, набирай. Мало. Давай больше. Все, пробуй. Ну все, там уже след встанет. Нормально. И, между прочим, правильная езда. Все, отлично. Ну что? Нет. Так,
трехдверочка. Ну все, справились. Соболь у нас, ну вот, смотрите, как даже соболь полноприводный в этом месте, в яме, провалился. У него два самоблока, да, стоят? Нет, у него один. Да. Я не помню, то ли электро, не то ли пневмо. По-моему, электроблокировка у него задняя. Да. Заводская. Все, Нивы спаслись, траекторию выбрали, ну и топят они. Но заехать они должны, потому что уже след накатанный. Все, главное раскочегарить и нормально по следу. Так, ну женек, что у нас там? Тоже топит, но он ее по следу не идет. А зря. Сейчас сядет. Тут уже газ отпускать не нужно. Все, след встал нормально. Ва! Сейчас я просто утону. Все, утонул. Я боюсь, что мы здесь и останемся. Нет, смотрите, что, потихоньку едем. Виталий. Очередное препятствие. А, соболь, УАЗ, ну и Сюзанна у нас проехали, в основном они натоптали. То есть сейчас спуск, яма, ну и по колее попробуем. На автомате нормально идет. Что у нас не УАЗ, по клиренсу покажет. Ну, видите, клиренс поменьше. Ну, все равно спокойненько проезжай. Тоже спокойно, все отлично. Стою. Вот чем губа хорошая. Сейчас вам расскажу немножко вот про эту губу. А если устанавливать такую губу, она будет толкать снег, будет ломать его, не будет давать ломать бампер, уменьшает клиренс, и автомобиль как на лыжах не заезжает. То есть за счет вот этой губы, в принципе, можно безопасно ездить. Ну и бампер. Все, вы. По-моему, я приехал. Я провалился. Все, я провалился. Я еще подумал. Все, точно. Здесь сижу. Сейчас покажу. То есть я повис на брюхо. Нормальный ход.
Вот так вот. Так, ну что, попробую. Сейчас я попробую проехать. Этот раз натяжки держи, не подготовлюсь. Принял. Нормально. Ух. Нормалек. Вот так вот ходом. Итак, дальше едем в гору. Первая пробивает Сюзанна, УАЗ, Опель, Нива сейчас поедет. У нас Сангьонг сломался, граната сбоит, что-то там хрустнуло, короче, сломалось. Снег, друзья мои, ну серьезненько, серьезненько, все проваливается. Так, потихонечку проедем. Едем в посадку. Там есть у нас горочки. Пока. Женек вон на Соболе нас. А давайте вслед Соболя встанем. И посмотрите, как нам тяжело будет. По следу Соболя. О, на повышенной не едет. Давайте заблокируемся. Потихонечку попробуем. Вот прям потихонечку. Я не знаю, тут Женек он. Кого, мне кажется, хрен проеду тут. Видите, губой немножко двигает. Тяжело. И зря я это сделал. Давайте, что, с разгона же попробуем. Вторая пониженная. Ну, видно, да, сколько я нагребаю. Жарко стало в машине. Ладно, поехали. Вторая пониженная, разгазовываем. Стоп. Ну смотрите, номером толкаю, просто толкаю номером. Неплохо. Бля, я вот смотрю, как пробиваются. Там, в общем, на дорогу выйдете, и следы налево пошли, в сторону дачи, а нам надо на правое за нашими следами, по нашим следам. Сейчас на встречу поедет. Ах, стоп, стоп, стоп. Да, да, да. Алло, это, что вы там покатаетесь? Вот сюда возвращайтесь, вот я нагоняю, это.
Ух. Нормально, нормально, нормально. Хорошо, но мы, мне кажется, далеко, далеко уехали. Мы сейчас туда дальше чуть проедем, это пробьем дорожку. Только накроем, пока разогреемся, вы когда накатаетесь, подъедете горячим. Хорошо, хорошо. Так, ну что, у нас там обед готовится. Так. Дифференциал разблокируем. Ну неплохо, неплохо, как сами видели, что толкает добротно и едет. Так, у меня еще полуоси задние я усиленные поставил, то есть поломать их никак не должно. Так, а здесь знаете какая проблема, то что сносит, сносит. Ух. Ёб твою мать, чего я боялся. Так, это, надо меня будет дергать, а то меня снесет во враг. Тихонечку попробуем накатать. Фу, ёлы-палы, все, труханул, прям вот реально труханул. Руханул. Склон был, и я прям на грани стоял. База длиннее. И автомобиль, когда заходит. Так, наверное, давайте, знаете как. Все-таки будем блокироваться нафиг. Вторая пониженная. Прием. Застрявших нет, отстающих. Нормально, пока идем. Поехали дальше. Так, тут, знаете, надо немножко ходом идти. Смотрите, вот у нас дорога прокладывается вдоль оврагов, видите? И бывают случаи, что тебя сносит влево или вправо. Но двигаемся дальше. Точка сбора у нас
Вон там уже ребята собрались. И будем пробовать Power. Сейчас спускаемся, набьет трассу. Там будем разворачиваться и пробовать подниматься. Немножко подстрял. На подъем снега много. Но справится, справится. Ну, посмотрим Шевик. Очень интересно посмотреть. Заедет он. Он если от вы, чистый, заедет. Сейчас развернуться. Ух ты, что он хочет. Неплохо, неплохо. Круто, круто. Ну вот у УАЗа проблема, что мост этот бьет постоянно. Ну да. Красавчик. Да, спокойно. Сейчас Ниву попробуем. Давай, поехали. Нормально. Ага, хрен наны. Так, ну что, надо как-то ехать. Обалдеть, а там нарыл-то. Так, пониженную, нет. Опять оторвал. Убирай ее. Есть! Ура! Оторвалась! Вот такая лишняя деталь. Это она стучала постоянно, да?
Ветер, конечно, сильный. Давайте попробуем, где у вас Хантер. Какой нахер у вас Хантер? Все. На Соболе, Жень, мы тут все застряли. Я все. Вот смотрите, Соболь прошел, УАЗ прошел. Сзади Нивы. И мы все сидим. Вот мой не вас. У меня двери даже не открываются. Посмотрим. Так, ну и шевик посмотрим. Ну, я хотел попробовать. Но, к сожалению, у меня ничего не получилось. Это где-то выглядит вот так. Ох, ёлопалок, провалился. И все, мы встали, просто стоим. Будем дергать. Поехали. Давайте посмотрим Opel. Ну вот такие места интересные, овражки. Здесь вот мы и катаемся. Сейчас подъем и рубим дальше. Поехали. Полные сапоги, снега уже. Ну да, там шевик немножко подвис. У вас его протянет. Но нам только надо будет идти ходом. Так, давайте не вас. Идти ходом, ходом. Нифига себе. Нифига себе. Нифига себе. Нифига себе. Вот здесь что-то как-то сложно было. Давайте набираем, набираем. Вот она кочка. Ёптаю. Натяг прям идем. Все, все, обороты подняли. Так, сзади Opel, если он засядет, то только кроме меня его вытаскивать никто не сможет здесь.
пока едем. Вот такой у нас маршрут сегодня получился. Интересный. Так, газу, газу, газу. Бля! Опа, 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 мужики, что делаем? Давим, да? О, бля! Бу-бу-бу! Ну, ходом интересней. УАЗ у нас решил не по дороге, а срезать. Но мы сейчас тоже там поедем. Ёлопал, если там у вас что-то оторвал. Чё он оторвал? Давайте посмотрим Нива. А, сильно бампером цепляет. Да вот в том-то и вопрос, у меня тоже по следу идет, она длиннее. Так-то она идет, но мы на брюхе повесим, база длинная. Ну, вот я даже за короткой базой иду, и мне тяжело. Еще эти фаркоп я не выдерну, блин, как это, я не хотел на горку на той. Ну все, надо будет выдергивать его. Все. Ну не, смотри, шевелится. Нет, ну а так получился интересный маршрут, да, у нас? Вообще маршрут. Ну, классно. Классно, с удовольствием, бля. Всегда будет еще бы время, было бы, чтобы сорваться с работы. Да, согласен с тобой. Хотя вроде бы и на себя работаешь, и все равно, блин, то одно, то другое. Ну смотри, борется, борется. Ой, идет он. Молодец. Молодец, да. Победит сейчас, победит. Друган наш, он сколько нас дергает. Носит не туда. Вау! Нормально. Лопата. Пошлите. На, лови! Чё молчишь, не поймал? Сзади. Пробуй потихоньку, накатывай. О! Давай вперед, левее, и пошел. Ты знаешь, мне кажется, он бампером воткнется. Нормально. Все, не копай, давай назад. Максимально назад. Ну, бампер такой. Да. Уже. Газу, 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 газу. Все. Отлично. Давай, 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 давай. Все, победили.
да, я поэтому он вперед поеду, я, наверное, я потяжелее просто вижу. Ну и он у меня в стоке вообще, там ничего нет. Есть LCD сзади, он работает только на башню. Перепрыгнул, да? Перепрыгнул, перепрыгнул, он застрял вначале, мы думали, дергать. Ну, молодец. Ну что, Виталий, будете пробовать? Срок был добротный. Да в лузе, то есть валяется. Бармак это делал. Да и тоже как без бармака, в принципе, учился. На. На. Юшка, ела? Ой, ты что? Ела? Я думал, твоим альтер найдем сразу. Вот она какая. Самый голодный, да? Да, она. Не подходит. Маленький амбургер. Ну все, у нас все автомобили добрались, осталось 10 метров до трассы. На этом мы будем со всеми прощаться. Все едем по домам. Всем участникам огромнейшее спасибо за участие. Вот. Каждый автомобиль по-своему хорош. Каждый автомобиль. Потихоньку догоняют. Нива карбюраторная. О, у вас патриот у нас. Ну все, мы в принципе все собрались. На этом видео будем заканчивать. Будем с вами со всеми прощаться, как говорится. Вот. Ну, печеньки, помпы. Ну как тебе? Скажи впечатление. Понравилось? Нормально? Ну все. Да? Классно. Ну все, отлично. Да, спасибо, спасибо. Рядом, говорит. А тут глубина. Ёла-пала. Смотри, как его вывесило. Иду, иду, иду. Ой, блин. А нет, не хватит ему, не хватит. Отлично. Красавчик. Молодец. На одну не поднял. Молодец. Отлично. Молодец. Евгений. Я могу показать, как она взлетает. О, что-то как-то легко. Как-то легко, неинтересно. Ну да. А что вы? Что вы только козульку? Не, задом он не знает, его парковку. Нормально. Ждем, смотрим. Давай, давай, давай. Чуть-чуть не хватило. А сейчас он съедет вслед. Нива короткая, наверное. Нет, нет, нормально, нормально, пошел. Конечно.
Сейчас на месяц, и хрен кто проедет. Надо прям вот пару пригорков. Да, ему надо. Ну, ну примерно так хотя бы, да. Ну не хватает этого разгона. Да, получится. Все, 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 сейчас выйдет, все правильно. А там, видишь, еще диагональное вывешивание какое у него получается. Спустим. Давай быстрее. Диагональ-то берет. Ну, увидишь его, он не может ехать туда, куда хочет. Ему надо прям... Да не хватает ему разгона. Дорогу перегородили. Мусорки действительно не проехали. Всех. Опа! Опасно, дерево! Прямо, прямо роль! Давай назад, вот, вот сейчас будет нормально, да. Давай! У, отлично! Молодец! Вот так вот! Давай, Андрей, давай, давай, давай! Все решили еще по разу попробовать. Что, заблокируемся? Попробуем, давайте прям потихонечку попробуем. Но едет не вас, едет. И очень легко